КФУ завершается очередной учебный год, и сессии терзают не только студентов, но и преподавателей. Давайте выясним, какими, по мнению студентов, особенностями должен обладать идеальный преподаватель. Умным, веселым, справедливым и красивым. Строгим, умным, честным и любознательным. Честным, гуманным, добрым. Не знаю, живым. Профессиональным, который умеет хорошо рассказывать без подглядывания в лекции. Также иногда давать списывать. Якутов с Якутии. Строгим, но справедливым. Спасибо. Каким должен быть идеальный преподаватель? Не могу ответить. Один. Да. Кем? Каким? А, каким? Хоть неожиданный вопрос, мы потерялись. Умным, добрым, честным. Любить студентов, а также ставить всем отлично. Итак, наш преподаватель-супергерой обладает такими качествами, как доброта, честность, отзывчивость и дает студентам списать во время самостоятельных работ. Уж очень надеюсь, что такие преподаватели не редкость в нашем вузе. Фаина Харитонова, Ленардо Влетяров, Универньюз.